Радиоприемник Грундик Сателлайт 500. Состояние великолепное, в состоянии новом. Вот, значит, я в этих приемниках дуб-дубом, как говорится. Это не обзор, а так включу, чтобы имел покупатель представление, что это такое. Ну, типа, что он работает, там все дела. Приемники — это не мое вообще. Вот. Не умею я ими торговать, грубо говоря. Это вообще тема не моя. Ну, здесь скажу, что есть лок-замок. Он там настройки прекращает. В общем, лок, я понимаю, что это замок. Вот. Значит, есть громкость. Тимброблок высокий, низкий. Он вообще хоть и один динамик имеет, но он стерео. Вот линейный выход есть. Значит, вот наушнички 3,5 мм. Можно в ушах слушать стерео. Или отсюда снимать на 3,5 на 2 Гц. Разъем колокольчики. То есть получится в усилитель, получится стерео у вас. Здесь, значит, тоже выход на дополнительную акустику можно. Тут что-то я не знаю, что-то какая-то еще фигня. Но кто разбирается, тот понимает. Значит, питание у него 12 вольт. Вот блок питания есть. Значит, он еще от батареек работает. Батарейный отсек чистенький, сухой. Я его сфотографировал, серийный номер. Снимать некрасиво будет, что с дыркой. Поэтому я его одел. Антенна живая. Ну, как, не то что живая, настоящая. Не кривая, цельная, цельный кусок металла. Здесь, значит, еще одна антенна, какие-то шмипсы, шми. Это настройка. Это вообще не понимаю, что. Извиняюсь, не понимаю, что это такое. Что-то какая-то лабуда. Ну, соответственно, тут вот написано память 42 в памяти Memories. Sleep шмип, это там шагом, по-моему, 10 минут выключается, это сон. Таймер авто тоже. Есть FM в полном диапазоне, как я его называю. Вот здесь даже написано. А нет, вот здесь где-то FM. Ну, короче, он там до 108 МГц. От 87,5 до 108. В общем, хороший приемник. Грундик, еще как Высоцкий пел. У него приемник Грундик. Он его ночами крутит. Так, включим вот так. Раз. Вон как поет. Вот здесь, значит, вот моно, чпок, моно значок, чик, стерео. Вот громкость. Это низкий, это высокий. Прием великолепный на 16 этаже город Санкт-Петербург при сложной антенне. Стерео ловит.
Шире-бряк, шили-шили, лежу. В общем, что-то лежит-то надо. Вот такой приемничек. Выключаем его. Все работает. Так, вот я выключаю. Вот выключил часики. Таймер, значит, включается. Он, наверное... Ну, само собой, такие приемники имеют всякие функции включения, выключения. В общем, вот такой вот ящик. Чудодейственная коробочка. Много-много всяких диапазонов. АМ, Ф, ну вот. МВ, ЛВ, СВ, ФМ стерео. Вот написано стерео. Где? О, ФМ стерео. Вот такой вот ящик. Извиняюсь, дуб у меня в этих вот, вот в этих вот делах. И вообще могу только настроить станцию, да в память вести. А что там, допустим, вот это Free, Store, USB, LSB, Select, так, бант, шмант. В общем, все. На этом пока. Спасибо за внимание.